303-й школе выдавали противогазы. Во Фрунзенском прошло занятие по гражданской обороне для работников районных предприятий. Состав звена выйдет 6 мест индивидуальной защиты. Количество 8 человек построек. Легенду учений решили максимально приблизить к реальности, ведь в случае настоящей угрозы в учебном заведении действительно будут выдавать противогазы, предупредив местных жителей по радио. Правда, сюда пригласят лишь неработающее население, школьников и пенсионеров. Средства защиты привезут со склада в Ленинградской области. Их хватит всем, убеждены в МЧС. Трагические события говорят о том, что сегодняшнее мероприятие, оно имеет особое значение. Потому что терроризм, он не имеет границ. И на территории города у нас имеется очень большое количество и химически опасных объектов, где возможно заражение населения. Наглядно увидеть, как должна быть организована выдача противогазов, пришли больше сотни представителей районных организаций. Ответственными назначили сотрудников 303-й школы. Их, если что, также обеспечат всем необходимым, прямо на рабочем месте. Представители МЧС подчеркивают, тренировка плановая. Подобные занятия в течение года регулярно проходят в учреждениях Фрунзенского района.